я ракета. Полетела в космос, полетела в космос. Аниматоры, музыка и много призов. Праздник для детей устроили на Пархоменко 3А. Веселые Мишка и Тигренок пришли в гости с интересными конкурсами и загадками. Линию прямую, ну-ка, сам нарисовать сумей-ка. Это сложная наука, пригодится здесь. Змея! Главным инициатором торжества стала Людмила Бутикова, председатель местного ТСЖ. Так решили отметить летние каникулы, чтобы дети не сидели дома и не скучали. Организовали этот праздник, как бы, чтобы дети наши, какая-то им радость была во время летних каникул. Кто-то сможет поехать на море, кто-то не сможет. А это какое-то, как говорится, какое-то им мероприятие, какое-то удовольствие они получают здесь, в нашем дворе. Мы всегда проводим различные мероприятия. Жильцы дома благоустраивают свой двор. Сейчас думают, как построить современную спортивную площадку с турниками, брусьями и беговой дорожкой. А пока занимаются новой хоккейной коробке, которая уже пользуется популярностью у детворы. Я прихожу, часто играю на этой площадке. Сегодня мы играем с детьми на празднике. С праздника никто не ушел без подарка. Для детей постарше подготовили конструкторы мячей и кукол. Малышам вручили мыльные пузыри и скакалки. Такие встречи можно устроить в каждом дворе. Главное – желание жильцов. Администрация округа поможет с реализацией. Владислав Нам, Игорь Антонов, Телемикс.